Привет, мои дорогенькие! Вчера немножечко тараганулся. Вчера Orientis Cable продан. Сегодня утром серебряный корпус, который вы видели. Сейчас еду на барахолку. 8 утра, что у нас 11 градусов, солнышко. Вчера куча беспилотников по стране летала. Не забывайте, телеграм-группа. Можете бесплатно там торговать. Facebook. Пожалуйста, заходите, бомбите. Сегодня еду еще к Лавке заеду, к Сане Манкевичу. Саня, привет. Вчера прислали 10 копеек 2013 гладкий гурт, но еще не до конца фотографии нормальные сделали мне. А что такое еще интересное присылали? Из монет. Что-то из монет еще. На днях какую-то двустороннюю. Ну, вспомню, скажу. Что-то такое тоже типа интересное. Какая-то, опять же, не магнитная. Что-то там такое было. Что еще по интересам? Капонину нашли. Клад солидов. Но, ребята, солиды. Имеется в виду, неправильно, может, я называю, баратинки. Но я их не покупаю, там 300 с чем-то штук, оно все такое в каше. В этом. Что еще? Ну, наверное, и все из более интересного. А, икону. Вчера прислал парень икону на оценку. Вот, опять же, знаете, как, ну, удивляют люди, ну, капец. Я пишу, цена, он пишет. А я не знаю. Я ему пишу 600 гривен. Ой, да это 18 век. Я говорю, да откуда вы такие века берете? Ну, они все 18. 17 вы, я говорю, никогда в жизни не ошибетесь. Хочу 1800 плюс. Я говорю, так а за что там 1800? Я говорю, я вам готов по 1000 такого плана продать прямо сейчас. 5 штук. Ну, в общем, поняли, да? То есть оценка старая, это не значит дорогое. Ребята, сейчас на рынке выброс такого товара пачками, просто пачками. Так за иконы тоже нельзя говорить, но доски выставляют по 3, 5, 7, как вот ордена медали. Там, за отвагу 200 штук у человека. Отечка 500 штук. Вы поняли? Все, мои дорогенькие, помчал, покажу, что вчера купил. Вчера я вам все показал. Зажигалочка там еще была. У Сани что-то подкупил. Ну, в принципе, вот так вот. Все хорошо. Слава труду. Так, ребятки, ну что, сегодня просто сумасшедший крутой день. Это самовар, елочная игрушка в хорошем состоянии. В люксе. Медведь, Олимпиада. Сегодня, друзья, просто огонь огоневый. Я в ахере. Две янтарных трубки произведения искусства. Смотрите. Икона. А три дня ничего. Икона уже продана. Компас новый. Сокол. Так. Два раскладных ножа. Зона. Блин, а тут был, тут были крошки, все крошки на мне, ну ничего. Немецкая книжка, 36-й год, календарь новый. Бусы, коралл. Сегодня именно, ребята, просто
Просто огонь огоневый. Я в шоке. Полковой знак. Ориент. Это все за копейки. Это, ну, реально вообще недорого. Охеренный, просто охеренный монокль СССР и бинокль в люксе за копейки, просто за копейки, друзья. Бинокль в таком состоянии, что просто в родной кофр. Восемь на 30. Вот такая красота. А вы говорите, нет товара.